открываем нашу улицу цветников. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие, кто сделал наш город красивей, кто сделал нашу центральную улицу цветущей. Десятки национальностей, сотни языков и всего прочего. И мы создали такую композицию, мы сделали границу. Сейчас цветочки, конечно, не распустились до конца, но она вылазит за границы земли благодаря тому, что СССР — это не просто кусок земли, это что-то большее. Я-то родилась в другое время, уже когда СССР вроде бы было, но уже, можно сказать, уже не было. Поэтому больше, наверное, как дань тем временам, тем людям, которые трудились, и это вот отдать им должное, то, что создали для нас сейчас хорошее время. За гармоничность композиции награждается «Маис эксплуатация», генеральный директор Григорьев Дмитрий Михайлович. Композиция – символ памяти и славы героям, подарившим нам будущее. Я рождена в СССР. Вот, мое детство прошло. Ну, начинаешь вспоминать, вот, как было раньше, как сейчас. Ну, конечно, интересно жили. Не было интернета, но мы общались друг с другом. Гуляли, встречались, вели переписку. Вот в Колумбии воплотить замечательные воспоминания советских времен. Да, и спорт у нас всегда вне политики, и спортсмены всегда отстаивают нашу страну, наше государство, чтобы оно было у нас лучшее, и Россия, чтобы наша была сейчас лучше. То есть мы решили взять спорт. Второе место. Управление многоквартирными домами «Раменская». Заместитель генерального директора АО «Раменская теплосеть» Ткачук Виктор Викторович. Композиция «Олимпиада 80». Сегодня мы вспоминаем СССР. И вот третье место было и макулатура, которая сегодня показана. И вот мы вспоминаем Олимпиаду 80, которая принесла нам самое большое количество наград. Спасибо огромное за воспоминания. Тема такая дана хорошая. 100 лет образования СССР. Мы все родом из СССР. Поэтому полное раскрытие – это объединение всех республик Советского Союза. Это что? Это герб, где символизируют все 15 республик, которые в них есть. И также символы эпохи, потому что это символы молодежных организаций, которые воспитывали патриотизм в детях. В экспонации «Жель» пролетела вся жизнь СССР, и октябрята, и пионеры, и комсомольцы. И наш герб 15 республик. Спасибо вам огромное и поздравляем с первым местом!